раз, два, три, четыре, пять. Ну что, я нас, честно, немножечко не ожидал. Вальянов Артем, 14 лет, поселок Таец, Ленинградский область. Мечтает посмотреть на Санкт-Петербург. У Артема Вальянова несовершенный остеогенез, или так называемая хрустальная болезнь, которая сопровождается ломкостью костей. Артем живет в маленьком поселке, недалеко от Санкт-Петербурга. Я в ближайшие дни, завтра буду в Петербурге, и, по-моему, через неделю тоже. У нас рабочие мероприятия большие, в том числе международные. Мы Артема пригласим. И если погода позволит, мы с ним полетаем на вертолете. С наступающим Новым годом всех. Спасибо, спасибо. Спасибо. Давай. Чай. Угу. Эти самые ну, сейчас же это подарочки. А? Подарки? Ну пойдем посмотрим. Все. Я вас довезу. Может, не последний. Привет еще раз. Ну как ты покатался? Ой, обалденно. Обалденно? Понравилось? Очень. А брату? Да, тоже понравилось. Ну ладно. Чтобы у тебя было хорошее настроение в новом году. И всего тебе самого доброго. Спасибо большое. Давай, дорогой, я тебя обнимаю. Всего вам хорошего. Тоже. До свидания. Пока. Обалденно, говорю.